Творчество Льва Каменева сыграло значительную роль в складывании русской национальной реалистической пейзажной живописи XIX века. В том, что русский пейзаж второй половины века почувствовал себя раскрепощенным самостоятельным живым жанром изобразительного искусства, освободившимся от академического абстрактного классицизма, весьма видная роль принадлежит Льву Львовичу Каменеву. Это был художник со своеобразной творческой индивидуальностью и со своим собственным живописным языком, с умением похищать у природы тайну ее обаяния. К сожалению, специалисты отмечают малую изученность жизни и творчества художника. Многие его картины до нас не дошли, некоторые атрибутируются. Старый дуб, 1859 год. Перед нами лес. На переднем плане главный герой картины – кряжистый, склоченный дуб. От старости корневая система его оголилась. Выразительные изломы нижней части ствола составляют единое гармоническое целое с такой же причудливой изломанностью почвы на всем видимом пространстве вокруг дуба. Картина очень живописна. Она создает впечатление мощи и неисчерпаемости сил, таящихся в природе.